Сегодня 25 июля, суббота. Два дня занимался установкой страховки. Первоначально с восьмерика, затем перенес на четверик. Установил там такую вот соединительную доску, закрепил ее с обоих сторон, надежно закрепил. Вот. А отсюда, с этого ракурса, не видно, что там еще лестница осталась. С другого ракурса будет это видно. Друзья, приветствую вас. Начинаем работы. Продолжаем работы по реставрации Качкаровского Покровского храма. Друзья, благодарю всех за святые молитвы. С Божьей помощью будем продолжать. Также вашей помощью. Вот. Ну, страховка надежная, я сейчас покажу, там какие там страховки организованы. Грудную обвязку я уже не делал. Это, кстати, система, которая у меня там с 95-го, 94-го года какого-то там тогда еще купил. Только вот, вот эту вот беседку, основная часть, вот она здесь хорошо закрепляет. И что там я беру, значит, здесь. Вот так вот, здесь как тарзанка там делаю, там на, вот здесь основную веревку, вся основную веревку, и здесь же вот страховочная веревка. Ну, то есть как положено, со всеми предосторожностями, с молитвой продолжаем труды. Вот сейчас смотрим, как у нас организовано. Там досточка надежно, две досточки, одна на левой люльке, другая она подходит, как бы соединяет четверик и люльку, прямо там привязана, надежно приспособлена, то есть что можно было более-менее безболезненно туда проникать, туда подниматься. Технология у нас такая: сначала механически очищаем все вот эти поверхности каменные от грибка, от грязи, ну, прежде всего, конечно, от грибка, вот этой заразы, болгаркой и металлическими щетками. Затем замывается водой вот та же самая пшикалка, которая используется для садовых работ. И затем обрабатывается антисептиком. Мы используем церезитовский антисептик. И затем в два приема наносим уже качественную известь. Мы сейчас находимся на месте работ. Вот видно, в каком состоянии этот столетний храм. Вот здесь почищено, пройдено антисептиком, а вот такое было здесь. В этом месте не удалось, уже там прилегание люльки, и там почистить не удалось. Благодарю, дорогие подписчики, друзья, зрители, благодарю за внимание. Прошу ваших святых молитв. Спаси всех Христос.